Всем привет! Прилетели две посылки в одной упаковке, а если точнее, то защитное стекло для смартфона Honor 10 и светодиодная маска с Bluetooth управлением. В этом видео мы распакуем и приклеим стекло для телефона, а кому интересно посмотреть распаковку и обзор про светодиодную маску, то сейчас появится подсказка сверху, переходите по ней. А также еще я оставлю ссылку на маску в описании под видео. Все, что нужно для поклейки стекла, продавец упаковал, а именно две салфетки влажные и сухая, липучки, чтобы убрать мелкий мусор, и, конечно же, само стекло. При распаковке я увидел полосы на стекле и думаю такое, что придется перезаказывать стекло, потому что если я его наклею, то эти полосы будут видны. В общем, я решил все равно клеить его. И это точно. А, да, я сразу открыл спор в Алиэкспрессе. Фотографии предоставил, что товар испорчен, и в итоге продавец вернул мне деньги обратно. Продавца я точно рекомендую. Снимаем старое стекло. Его снимают с помощью обычного канцелярского ножа. Но тут мне он не понадобится. Достаем салфетку с зеленой маркировкой. Это влажная салфетка. Далее протираем дисплей. Сначала влажной салфеткой везде из краев. Кому интересно, ссылочка на данное стекло будет в описании под видео. Теперь берем сухую салфетку и делаем то же самое. Достав стекло, прикидываем его к телефону. Смотрим и видим, что стекло идеально подходит к нашему телефону. Отклеиваем липучку для очистки мелкого мусора и легкими движениями, стараясь чуть дотронуться до дисплея, собираем микромусор. Отклеиваем защитную пленку от стекла. Держа двумя руками стекло, потихоньку опускаем его на дисплей и отпускаем. Ну и просто наблюдаем, смотрим, как само стекло приклеивается к телефону. Если где-то остались пятна, то их можно разгладить пальцами. Также можно с помощью канцелярского ножа выгнать воздух, поднимая с краев стекло. Оно легко поддается и потом обратно хорошо клеится. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ставим лайк, подписываемся на канал.